Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я хочу вам показать очень симпатичное растение. Это безвременник. У него прекрасные сиреневые цветочки. А научное название безвременника – колхикум. Это от названия колхиды, местность, которая находится на берегу Черного моря. Там его очень много, и вот он так называется колхикум. Это значит луковичные растения, причем луковицы разрастаются очень интенсивно, и из одной луковицы может цвести несколько цветочков. Вот единственный недостаток, на мой взгляд, у него по весне выходят листья, ну, довольно высокие, сантиметров 20-25. Ну, сначала они пока зеленые, это все симпатично. Потом они начинают желтеть, и срезать их нежелательно, потому что если их срезать до тех пор, пока они полностью завянут, то тогда безвременник не будет цвести, потому что луковицы набирают свою силу вот за счет этих листьев. Вот у меня он растет здесь. Сейчас я покажу еще другие места. Вот тут у меня почвопокровная трава, и вот здесь все засажено тюльпанами. Их не знаю здесь сколько, ну сотни, наверное. Точно, что безвременник я здесь не сажала. Вот он как-то здесь появился. Я так думаю, что он семенами тоже размножается. Сейчас пойду еще в другое место покажу. Он у меня во многих местах растет. Вот здесь у меня каменная горка. Там вот роза плетистая, супер эксельза. Там дальше розочка, тоже плетистая, казино. Вон сколько еще у розы бутонов. Конец сентября, она еще собирается цвести. Вот, тут у меня колхикум растет среди вот елочек. Я не знаю, как называются эти елочки. И он очень хорошо размножается, то есть вот луковицы разрастаются. И я вот освобождала место под посадку лилии. На следующий год заказала лилии. И выкопала не 2 или 3 ведра колхикума этого. И вот посадила вот себе здесь. То есть он уже, когда я его сажала, он уже цвел. Вот здесь. И соседям раздала этот колхикум. Это безвременник обыкновенный. У него серединочку он показывает, тычиночки желтые, белую серединочку. А вот тут у меня колхикум. Называется он уотерлили. Это махровый. Но этот, конечно, красавец. Но до чего же красивый, крупный довольно-таки. У него цветы. Цвет изумительно нежно-сиреневый. Вот я тут место освобождаю. Здесь буду сажать 3 розы. Как-то мне надо это дело совместить, чтобы вот этого не нарушить. Вот этот уотерлили просто прекрасные цветочки. Вот. Про какое растение симпатичное я вам хотела сегодня рассказать. До свидания, дорогие друзья. Заходите на мой канал.